превосходно. Как-то так получилось, что летом я проморгал выход игры Armored Warfare проект Армата и установил ее буквально пару дней назад. Единственный в мире малышка Котопёс. Альфа-1, одежда только... Ну да, это Котопёс, всем здоровья. Как я уже сказал, что выход игры я проморгал и установил ее совсем недавно. И то благодаря тому, что в Одноклассниках предложили халявный подарок на Новый год. Танк ТИП-59. Ну да, я захожу иногда в Одноклассники. То, что надо. Ну вот. Игру я установил и спешу поделиться первыми впечатлениями. Так что это видео никакой не обзор, не гайд, а просто так, для истории. Что мне сразу понравилось? Ну, понравились, во-первых, то, что есть подсказки в игре. Новичку это будет полезно, не пренебрегайте ими. Далее сразу бросается в глаза, что есть два режима боев пока что. Это режим ПВЕ с ботами и режим ПВП, собственно, с игроками. И вот этот бой сейчас как раз ПВЕ. С ботами рекомендую играть новичкам, а также на всех новых танках, которые вы прокачали, ну или купили, чтобы почувствовать танк, ну и вкачать какие-то минимальные модификации. С ботами воевать просто. Катаешься, убиваешь их пачками, наслаждаешься. Один раз меня, правда, все-таки даже убили. И один раз мы даже проиграли. Где-то на третьем уровне. Что еще мне понравилось в игре? Ну, во-первых, динамика. С самых первых уровней отличная у игры динамика. Танки современные, очень быстрые, гоняешь по карте. Сидеть в кустах просто нет никакого желания. Так что, если вы привыкли это в кустах сидеть, то вам может, конечно, и не понравиться. Может, это не понравится и игрокам из улитки в специальных там режимах боев, РБ, СБ и так далее. К тому же здесь есть система засвета, она довольно специфичная. С ней желательно вам сразу разобраться. Еще рекомендую обратить внимание сразу на тип снарядов. Это важно. Какие танки, какую ветку качать, я пока вам рекомендовать не буду. Я еще сам не сильно разобрался. Могу лишь порекомендовать пройти по всем веткам хотя бы до третьего уровня, лучше до четвертого, чтобы понять, какой тип техники на что способен. И вообще не буду больше пока давать никаких советов. Буду разбираться, когда стану спецом. Буду делать тогда уже обзоры. В общем, первое впечатление от игры у меня прекрасное. Проекты картофельно-улиточные бросать, правда, я не собираюсь. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а на этом я не прощаюсь с вами. Всем всего доброго. Пока-пока. То, что надо. Дело сделано. Молодцы! Чем меньше в мире отказов, тем спокойнее будут. Смотрите! Ваша противника уничтожена! Попадание!
Мы почти на месте. Десант уже в пути. Перешел не только бот, но и часть бота картеля. Задание выполнено. Премия скоро поступит на ваш счет. Благодарю за службу.